Эй, йоу! Здорово с тобой, Врумыч, и в этом видео мы подведем итоги двух недель нового сервера Галатея, поговорим о прошедшей новости, так что присаживайся поудобнее, и мы начинаем. Значит, собственно, поторопился я, блин, покупать этот ключ. Была информация о тех работах, было мое предположение, что, возможно, могут вести ключ, и я скупил голду до технических работ. И как же я ошибся, я думал, что, в принципе, понимают, у всех есть юани и так далее, но, как оказалось, я вот зря по себе людей других судил, я оказался далеко не прав, потому что юани у людей нет, все пошли после технических работ как раз таки вытягивать ключ, и так как юани нет на то, чтобы потянуть 8 ранг, на то, чтобы потянуть 30 ПА пуху, нет ни у людей юани, и поэтому они пошли скупать всю голду, и в итоге голда я скупил по 380 тысяч за голд, я потратил 50 с чем-то миллионов, когда я мог потянуть еще дешевле ее. Но ничего страшного, собственно, сейчас у меня есть какой-то запас денег, их надо будет уже там дальше проинвестировать, там вложить, тра-ля-ля, это уж, эти карты я уж раскрывать не буду, деньги, в принципе, у меня есть, я их немножечко мучу, немножечко подфармливаю, немножечко торговлю, немножечко точусь, вот такие вот дела. Вытянул себе ключ героя, да, за 55 миллионов, и поэтому сейчас мы пойдем как раз-таки все награды и получать. Но для начала мне нужно будет войти в море иллюзий, потому что начну с цепочек, я их все закрыл. Все доступные цепочки у меня закрыты 62 и 67. И как раз таки для вашего понимания, да, 65 цепочек, это что нужно, какого персонажа нужно иметь, чтобы как бы пройти 65 цепочек. Смотрите, получается, нужно быть небом равенства для того, чтобы закрыть небо власти, это 63. Небо равенства 64. У вас откроется запад. Закрывайте запад. Закрывайте запад, и вот 65 цепочек у вас пройдены по марафону. Конечно, можно удариться в север, но 5 финалов в севере. Ну, удачи, удачи. Отлично, я еще трачу проходку на то, чтобы зайти в море иллюзий. Ну, ничего страшного, ладно. Я все равно не хожу никуда. Блин, я сейчас инвентарь, потому что я же не получал никакие награды. У меня и так инвентарь... А, вот пельмешки еще, бафы. Нет, все-таки я забью себе инвентарь. Причем полностью забью себе инвентарь. Ладно, пойду расчищать инвентарь. Что делать, что делать, что делать? Я его расширил на 4 строчки. Сделал себе склад ресурсов. Расширил на разбанк. Но мне все равно места не хватает. Итак, почистил я, значит, немного как раз-таки инвентарь. Давайте быстренько прощелкаю колоды карт S. Ничего мне не упало. Так, ну и пойдем забирать, значит, собственно говоря, награды. Итак, первое мы, конечно, давайте я нажимаю разблокировать. В смысле, так я же его купил. А, мне нужно нажать на него. Все, вот. А, все. Я уже... У меня сейчас чуть инфаркт не случился просто. Ладно, полет я вытяну потом. Чакры вытяну тоже потом, потому что я сегодня все протыкал. У меня еще 200 штук осталось. Чтоб вы понимали, мне осталось открыть раз, два и центр. И я открыл все чакры. Так что мне даже косаря. Но мне хватит, я думаю, да, надеюсь, что мне повезет. Далее, получаем 8 ранг. Мы, собственно, попозже чуть-чуть, но этим, конечно, этим мы получаем. 30 па. Ну, блин, это, конечно, все надо забрать. Я надеюсь, вот этот... Ларец, он как раз таки не открывается. Я 30 па, блин. Но 30 па я сейчас себе крафтить не буду. Я даже себе болванку не хочу крафтить, потому что у меня пока марай пуха. Еще также я здесь по пути новичка награды за покупки почти набил 800 голды. Осталось еще набить 700 голды до шарика 9. У меня осталось 13 дней. Надо сейчас как-то... Что-то как-то с этим придумать. Вот, я немного что-то... Какой-то момент расслабился в этом плане. Нужно сейчас поднажать как раз таки для того, чтобы потянуть 9 шарик. Так, прокачаю себе сейчас все еще ячейки. Ой, как же я, блин... Я помню просто, как я на маге тыкал когда-то. Ну, так что пойду я еще потыкаю, наверное. Нет, одну только могу зажать, да? Зажимаю одну. И апую, да? 8 левел. Блин, ничего не хватит 8 левела. Итак, докачал я, значит, все ячейки. Все они получили 7 уровня, не апнули 8. Просто я помню, что я на магии апал как-то 8 левел, но, возможно, это за награду за марафон. Но в любом случае, даже если что, самостоятельно добить 8 левел, это вообще не составит никаких проблем. А, тут я вообще даже награду вот эту для диска, да, не получал обычную. Так, сейчас тоже поставлю на прокачку диск. Диск у меня пока такой вот. Дабл здоровья, физатака, маг-атака и уклонение. Ну,
Есть еще вот 14 коробок, еще там есть пилюльчики, пилюли покрутить. Так что, в принципе, там потом уже... Ну вот, прокачала, значит, диск до 10 уровня. Ну, не 10 уровень, а вот этот, предел силы звезды. Вот. Будем качать его потихоньку. Ну и, значит, пойду я крафтить, наконец-то. 8-й ранг, у меня здесь он уже готов. Самое главное, знаете, что в крафте ранга? Это то, чтобы... не переносить ячейки, правильно? Все помнят, что не нужно ячейки переносить. Еще раз говорю, ячейки переносить не нужно. Ну что, какие статы мы ждем от 8 ранга? Мы ждем трипл ману? Вот. Хотя, мне кажется, я просто упаду со смеху, если мне сейчас на сапогах упадет пауза. Из-за ячеек довольно неплохо. Я, кстати, подбустил сейчас своего персонажа, то есть у него урон довольно-таки сильно вырос. Вот. И сейчас еще из-за 8 ранга фуллсета. Ну, блин, сейчас вообще в Макакиче, блин, заживет. Сейчас Макакич мой заживет просто вообще нереально. Он и так, в принципе, чувствовал себя более-менее неплохо, так сказать. А сейчас-то тем более заживет. Миллион же надо, не 10 миллионов. А, 10 миллионов серебра на одну шмотку надо? 10 миллионов серебра на одну шмотку надо? 10 миллионов серебра надо на одну шмотку? Ёлки-палки. А, вот почему голда тогда упала. А, 10 миллионов серебра, серьезно? Ну ладно, я тогда пока без 8 ранга побегаю. Там на БД как раз таки увеличили в банк сейчас в 2 раза, вот. Так что на БД все идем, фармим серебро. Вот, нет, я сейчас 40 миллионов... Блин, а почему я не знал об этом? Я не знал об этом, то, что нужно, блин, столько денег потратить. 40 миллионов. Вот почему голда так. Ну, понятное дело, почему голда так упала. Очевидно, в принципе, все довольно-таки-то очевидно. Но я лучше подожду и спокойненько нафармлю просто по уровням. Что у меня по уровням? По уровням у меня 101, 104 я доапал и 102. В принципе, апнуть 310 вообще никаких проблем не будет. По небу я... чуть-чуть сегодня не апну 7-ю власть. Вот прям чуть-чуть. Вот прям вот меньше 10 тысяч духовного знания, но мне не хватает. Я закрыл все ежи. В ДР я как раз-таки не схожу. Даже если схожу, все равно не апну. Но ДР это, по-моему, сейчас вообще нереальная история. Знаете, я вот подумал и понял, что все-таки я не буду, пожалуй, сейчас тратить вот эти все золото на то, чтобы скрафтить 8-й ранг. Во-первых, мне не хватит. Во-вторых, подождем БД, потому что сейчас ближайшие БД, 4 БД, будет с увеличенным банком до 1600 монет. Это, если что, в 2 раза больше банк, чем он был до этого. И в дальнейшем банк будет лям 200. То есть, вы сами понимаете, онлайн здесь вообще какой-то нереальный. Чтобы вы понимали, на БД было 1800 тел. Да, здесь можно вводить твинов, но все равно 1800 тел на БД. Вы просто вообще вдумываетесь в эти цифры? Это какой-то вообще нереальный онлайн на сервере. Если ты еще вдруг не залетел, можешь залететь по моей реферальной ссылке. В общем, 30 па я, наверное, не буду крафтить, скрафчу, когда будет у меня 40 па, когда я накоплю на 40 па. 8 ранг, посмотрим. Но, конечно, монеты с БД, наверное, хотелось бы потратить на опыт. Но посмотрим еще пока. В общем, вот такие дела. Хотел скрафтить сейчас сегодня 8 ранг, а тут оказалось 10 миллионов. Так что удачного вам крафта 8 ранга, так сказать. Вот. А я пока воздержусь.